Battlefield 4. И у нас здесь большие проблемы. Большой танк. Рек, тащи бинокль. Посмотри, может, где найдется то, что нам надо. Так, где бинокль? Дайте мне бинокль, парни. Как у нас со временем? Херово, как обычно. Нам нужно вынести эту штуку и уходить из города по реке. Наш путь перекрыт танком. Нужно взглянуть на этот свет. Как насчет этого здания? Ничего пока что не могу понять, куда нам бежать. Они все рассредотачиваются. Так, тайник с гаджетами. Мина М15 и мина М2. Многоцелевой легкий боеприпас. Ну, давайте противотанковую мину возьмем. Нам нужно будет уничтожить танк. Только как это сделать? Сейчас будем думать. Посмотри, нет ли тут чего полезного, Рек? Нам нужно мощное оружие. Так, ну здесь только мины. Да, нам бы ракетницу бы. Минута мы установили. А где танк? Он пропал или я просто не очень понимаю? Что же нам делать? Нормально гуляем. Ладно, зачистим. Зачистим зону, но пока что здесь ничего не происходит, странно, и танк пропал. Хотя он был где-то там. Thank you.
Вот так незадача. О, черт, откуда он идет? Я не вижу его. Да, я его слышу. Мы его что, подорвали, что ли? Где они тут? Танки-то. Ах, вон они, с той стороны. О, черт. Так, надо будет мины, 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 мины. Итак, давайте. О, боже мой. Не вижу я так. Один танк вышел из строя. Хорошо. У нас было, получается, время, да? Пока мы тут мины. О, черт. Да. Так, теперь я, в принципе, немножечко начинаю понимать, что же нам делать. Вон, он туда заехал. Покажи ему, где раки зимуют. О, черт! Сами броня слабее всего. Да уж постараюсь. Просто какой-то кошмар. Это ужас. Сзади броня слабее всего. Целимся взад. Я не знаю, можно ли его взорвать. Черт, он нас объезжает. Так, надо будет сейчас бежать. О, черт. Сейчас мы его выманим туда. Главное, чтобы он на мину пошел. Так, а мина у нас есть. Да, ребят? Давай, иди сюда. Есть. Это какой-то кошмар. Снижение здания.
черт! Есть! Мы его завалили. Вы это видели, ребят? Ну что ж, да, уж такого я в компании, честно говоря, не ожидал, что мы еще и с танком будем сражаться. Ну, зато получилось. Правда, не с первого раза. Эй, у нас тут полно гражданских! Пожалуйста! Что он говорит? Думаю, они нам помогут. Да? Ты так думаешь? Может быть. Трекер, ты первый. Так, ты в норме. Ага, вполне. Крепость. Это могильщик 4. Мы взяли гражданскую лодку. Это крепость. Вас понял, могильщик. Это старое ржавое ведро еле тащится. Прием. О, черт. По вам ведут огонь, могильщик. Повторяю. Могильщик, по вам ведут огонь. Доложитесь. Что это такое? С ума сойти. Что это происходит? Не волнуйтесь. Людей он не убивает, только приборы. Нам нужно отвезти их в безопасное место. Крепость — это могильщик. Черт, сдохла. Посмотрите. Все эти люди и флот, как живые мишени. За нами! За нами в безопасное место! Владик, что творишь? Мы не можем их оставить, Пак! За нами! Мы доставим вас на Валькирию! Владик, ты в своем уме? Я в своем уме! За нами! За нами в безопасное место! Давайте! Давайте! Крепость — это могильщик, ответьте, прием! Крепость — это могильщик, ответьте! Я, честно говоря, не очень понял, откуда взялся этот электромагнитный огромный взрыв, но кто-то его произвел. Какие здесь долгие загрузки, ну ничего поделать нельзя. Не забывайте, ребят, комментировать, подписываться, потому что это очень сильно мотивирует, и я думаю, что от этого будет зависеть качество прохождения. Требуют лечения. Мы хоть примерно знаем, сколько их у нас на борту. Полагаю, от 350 до 400. Точную цифру скоро получите. Это все? Да, сэр. Что с моей просьбой дать мне больше помощников? Извините, доктор. Придется вам обходиться тем, что есть. Когда мы достигнем Титана, они смогут нам помочь. Ясно. Сэр, я знаю, многие недовольны, что мы принимаем всех этих беженцев. Но как бы то ни было, я думаю, что вы поступили правильно. Спасибо, лейтенант. Представляю еще, сколько будет голодных ртов на корабле.
заморочился. Плохие сны. Сменка в 10. Это еще 2 часа. Я удивляюсь, как ты вообще заснул. Черт, как же жарко здесь. Как будто на этом корабле воздуха нет. Кстати, тут ирландец был. Тебя будить не стал. И это правильно. Если есть возможность, надо спать. Давай, Рик. Найти ирландца. Ну что ж, уважаемые зрители, будем искать в следующей части. С вами был Никита Коньков, канал NK. Подписывайтесь, комментируйте, увидимся в следующей серии. Всем пока-пока.